Ремонты дорог по целевой областной программе должны завершиться к сентябрю. На сегодняшний день выполнено уже 88% общего объема работ. Глава округа Андрей Иванов напомнил жителям муниципалитета о том, что на портале «Добродел» продолжается интернет-голосование по вопросу ремонта подмосковных дорог в 2021 году. Принять участие в нем можно до 31 августа.